Отыр телеарнасының тікелей эфирінде халық пен билік бағдарламасы. Амансыз ба, қадірменді көрермен? Студияда әріптесім Шудин Саитов және мен Жанерке Құмар. Қалайсың, Шудин? Жақсы, рахмет. Уважаемые телезрители, эфир телеканала «Отырар» продолжает программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, как всегда, вместе с вами моя коллега Жанерке Құмар, я Шудин Саитов. Здравствуйте. Құрметті көрермен, бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде қонақта кәсіпкерлік және индустриалды инновация даму басқармасының басшысы Береке Дүйсебеков келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Уважаемые телезрители, как мы анонсировали на нашем аккаунте в Инстаграм и в эфире телеканала, у нас сегодня в гостях руководитель управления предпринимательства Береке Дүйсебеков. Мы вас приветствуем. Если у вас есть вопросы касательно развития предпринимательства в нашем городе, о том, чтобы узнать, какие проекты существуют, и вообще получить в целом информацию, звоните к нам в студию 21-44-50, а также на номера телефонов, которые вы видите на экране своих телевизоров. И мы вещаем сейчас в прямом эфире на официальном аккаунте в Инстаграм. Называется он «Отырар.кз». Я құрметті көрермен, студия қонағына қояр сұрағыңыз болса, хабарласыңыз 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз. Сондай-ақ Инстаграмдағы Отырар телеарнасының ресми парақшасы Отырар кезетте тікелей шығарылымда отырмыз. Ол жағытқа да сұрағыңызды комментарий ретінде жазып қалдыруыңызға болады. Және экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жазыңыз, немесе қоңырау шалуыңызға болады. Біз сіздерді тыңдауға дайынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сұхбатымызды бастайық. Жалпы кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының міндетіне не кіреді? Сіздердің құзыреттеріңізді айтып өтсеңіз және халыққа қандай қызмет көрсетесіздер, осыны түсіндіруден бастасақ. Жалпы кеш жарық құрметті телекөрермендер, құрметті біздің әріптестер. Жалпы енді кез келген қарапайым телекөрерменге қызық болатын мәселе бұл жалпы кәсіпкерлік басқармасы немен айналысады деген мәселеден бастайық. Қарапайым халық ретінде біздің бағыт-бағдарымыз, негізгі мақсат міндетімізді түсіндіріп беру үшін мен қысқаша шолып өтейін. Жалпы біздің басқармамыз кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы деп аталады. Басқарманың негізгі 4 бағыты бар. Жұмыс бағыты, бұл бірінші қаламызда өнеркәсіпті дамыту болады, экспортты дамыту, сондай-ақ екінші бағытымыз қаламызға инвестиция тарту, сондай-ақ үшінші бағытымыз біздің кәсіпкерлікке қолдау бағыты. Ең соңғы бізде сауда және қызмет көрсету саласын дамыту бағыты болып бөлінеді. Негізгі осы 4 бағытымыз сауда, кәсіпкерлік, инвестиция және өнеркәсіп. Сондай-ақ біздің осы еншілес мекемелеріміз бізге мынау Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, индустриалдық аймақтар, арнайы экономикалық аймақ, солардың бәрі біздің осы блогымыздағы негізгі бағытымыз осы. Түсінікті, жаңағы айтып өттіңіз ғой, кәсіпкерлерге қолдау көрсету деп. Бізге қазір келіп жатқан сұрақтардың өзі біріншіден сол қолдау көрсетуге байланысты келіп отыр. Қазір нақты кәсіпкерлерге қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Сіз басқарма тарапынан көбінесе мынау іскер қала бағдарламасын көп адам біле бермейді, осыған кеңірек тоқталсаңыз. Иә, шын мәнінде қарапайым халыққа көптеген әр адамның, мен ойлаймын, ойының түбінде жүрген, мен қосымша кәсіппен айналыссам екен, қосымша бизнеспен шұғылдансам деген ой жүреді. Ол қоғамымыздағы рас бар жағдай. Сол себепті менің қысқаша айтайын дегенім, егер де кез келген азамат көптен бері ойында жүрген бір ойланып жүрген бизнес болатын болса, оның бір өзінің бір есебі, қисабы, бір математикасы бар болған болса, оған мүмкіндік бар. Ол үшін мына қазіргі таңда мемлекет басшысының қойып отқан мәселелер, тапсырмалары, сондай қазіргі әрекеттегі біздің мемлекеттік бағдарламаларымыз бар, солардың барлығы да көп мүмкіндік береді. Атап айтатын болсам, ең азы, мысалға қарапайым, осы біздің Шымкентте алғаш рет былтырғы жылдан бастап жүзеге асып жатқан, біз өзіміздің «Мен кәсіпкер болам» деген жаңа бағдарламаны іске қостық. Бұл бағдарламаның бірден бір ерекшелігі осы жергілікті біздің Шымкент қаласының тұрғындарына, яғни жастарға, әйелдерге мүмкіндік беретін бағдарлама 10 миллион теңгеге дейін 1%-бен несие алуға болады. Бұл бірінші бағытымыз. Екінші бағыт, қазір ғана біз өзіңіз атап өткен іскер қала бағдарламасы, бұл былтырғы жылы бізде жылдың соңында іске қосылды. Алайда қазіргі таңда көптеген азаматтар әлі күнге дейін оның жігін біле білмейді ішіндегі. Бұл бағдарламаның бірден бір ерекшелігі, біздің қаламыздағы өздеріңіз білесіздер, көптеген ірі кәсіпорындар бар. Дегенмен де майда кәсіпорындардың қарапайым азаматтарға қол жетімділігі өте төмен. Мысалға айтатын болсақ, қаламызда көптеген мынау гараждарды, кішігірім цехтерді жалға алып жұмыс істеп жатқан азаматтар көп. Олардың бәрі бүгінгі таңда бізде ресми түрде жұмыс жасап жатқан жоқ. Олар ИПС-ын, ТОС-ын тіркемейді, мысалға ешқандай есеп қисап жүріп. Біз соларға мүмкіндік берейік деп осы іскер қала бағдарламасын іске қостық. Бұл бағдарламаның бірден бір ерекшелігі, біз осы қаламызда тоқтап тұрған және де мысалға көптеген кәсіпорындар бар, зданиясы бар, жаңағы ангары бар, тоқтап қалған. Біз сұраймыз, неге сіз осы кәсіпорынды жұмыс істете алмайсыз, менде іске қосатын ақшам жоқ, немесе жоба жоқ дейді. Біз соған
ақылдаса келе әріптестерімізбен, осы бизнестің өкілдерімен сұрай, біз сол кәсіпорынның егесіне ұсыныс жасадық. Сізге дедім, майда-майда адамдарды ішке кіргізетін болсақ, сіз кәсіпорынның бәрін жалға беруге дайынсыз ба деп, иә дейді. Онда біріншіден біз тоқтап тұрған кәсіпорынды іске қостық. Екіншіден мынау көшеде жалға алып жүрген азаматтардың сол жерге кіріп ресми түрде жұмыс жасауына мүмкіндік бердік. Яғни бағдарламаның бірден бір ерекшелігі біз алғашқы 3 жылда мына аренданың жалға алудың бағасын біз мемлекет тарапынан, әкімдік тарапынан өтеп береміз. Яғни бірінші жыл сізге мысалы 100 квадрат метр алсаңыз, атап айтсақ оның 1 квадрат метр 1000 теңгеден болатын болса, соның 75% біз әкімдік тарапынан өтеп береміз. Мысалға. Екінші жылы 50%, үшінші жылы 25%. Яғни алғашқы 3 жылда кез келген шағын кіші кәсіпорын аяққа тұрып алғанша, оның жалға алу құнын мемлекет өтеп беріп жатыр әкімдік тарапынан. Сондай-ақ сол біздің мынау өндірістік парктің ішіне кірген азаматтарға 3 жыл жалға алу ақысын өтеп береміз. Және де оларға екінші инструмент ойлап таптық. 50 миллион теңгеге дейін 2%-мен кредит несие алуға болады. Мысалға мен 50 миллион теңгеге дейін. Мен мысалға бір жерде біреудің гаражында мысалы кішігірім мебельный цех жасап жатырмын. Мен оған пәленбай 1000 теңге жаңағы аренда төлеймін, жалға аламын. Неге сол өзімнің бизнесімді рәсімдеп ресми түрде сол жерге кіріп алмасқа 3 жыл маған мемлекет жалға алу құнын өтеп беріп жатса, маған 2%-дық несие беріп жатса банктер тарапынан мысалы. Бүгінгі таңда ол туған ағайынның да үйді ондай пайызбен несие беру қиын. Бұл негізі неден шықты? Бұл мемлекет басшысы мына шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын кеңейту, халыққа қолайлы жағдай жасау тапсырмасы болды. Сол бағытта бұны қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Айтеновтың өзінің тапсырмасы бар, бастамасын қолдап, осы шағын кәсіпкерлікті қолдайық деп, осы идея бізде пайда болып іске қосылды. Қазіргі таңда бірінші пилоттық жоба ретінде біз осы мына Тассай индустриалдық аймағының жанында орналасқан бір кәсіпорынды таптық. Арнайы Silkway Alliance деп өз жібек жолының бойында орналасқан екен. Егелері біз енді жібек жолы деп атауын қойдық, Silkway деп ағылшынша қойып, сол жерге бүгінгі таңда 8 шағын жаңа цехтер кіріп жұмыс істеп жатыр. Яғни бұл деген көптеген азаматтар үшін қолайлы қол жетімді жағдай. Бұл былайша айтқанда жаңағы 3 жыл мемлекет жалға алу ақысын төлеп береді, 2%-мен несие береді, бірақ бұған бір арнайы талаптар бар шығар. Әрине, енді әрине, бұл жерде енді біз ақшаны тікелей әкімдік бермейді, біздің басқарма бермейді. Біз бұл ақшаның барлығын мынау екінші деңгейлі банктер арқылы беретін қылып шешім қабылдағанбыз. Себебі енді кез келген мемлекеттен ақшаны алу үшін әрине оған өзінің кепілзаты болу керек. Бизнес жобасы нақты және тиянақты болу керек. Сол себепті біз ол мәселені банктің үлесіне қалдырдық. Банктің тарапынан егер де оның барлық құжаттары сәйкес келіп, бүкіл талапқа сәйкес келіп жатса, міндетті түрде береміз. Келмесе ала алмайды, иә? Иә, әрине, ол талап барлығына бірыңғай, және де бәріне бірыңғай қол жетімді. Ол жерде Уважаемые телезрители, я напомню, мы работаем сейчас в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию, мы обязательно все ответим. 21 44 50, также номера WhatsApp вы видите на экране своих телевизоров. И мы вещаем сейчас в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Instagram. Итак, есть, скажите, пожалуйста, Берегим Рыса, вот, например, сегодня человек, который хочет открыть свое дело, но у него при этом есть просто свой проект, есть свое какое-то видение, он может обратиться к вам, и помогут ли ему там? Чтобы конечно. Созданы ли условия, да, чтобы ехали в другой город? Совершенно верно, я понял ваш вопрос. Я прошу прощения, у нас главный здесь зритель, мы телефонный звонок примем и продолжим. Слушаем вас, здравствуйте, саламат сіз. Сәлемет сізге тыңдап отырмыз сізді? Да. Вы обращались в Акимат? Фасад они, это самое, даже придворовой, первый этаж. Да, я обращалась в Акимат. У меня сейчас у городского Акима находится мое заявление, но ответа как такового нету. Поэтому я хочу узнать, статью закона мне о жилищных отношениях между предпринимателями и жильцами домов.
Спасибо. Рахмет. Спасибо за вопрос. Конечно, вопрос очень такой существенный. Мы все, как жители данного своего города, мы это, конечно, понимаем. Но я, тем не менее, хочу обозначить вопрос более коммунального хозяйства. Да. Но хочется отметить, что каждый предприниматель, когда получает, соответственно, земельный участок, или же он реконструкцию делает, модернизацию своего помещения, соответственно, и ему ставится обязательство. То есть придворовое вот это все благоустройство, соответственно, чистота, это мы должны требовать, да. То есть мы с одной рукой создавая условия бизнесу, соответственно, и с другой стороны должны требовать, да. Потому что я думаю, сейчас в данном вопросе точную как бы статью сейчас боюсь этот самый озвучить, но да, данный вопрос можно рассмотреть в рамках того же обязательства, как, под каким же условием ему было выдано это помещение или этот самый земельный участок, да. Давайте мы с коллегами это обсудим. Если этот самый... У нас есть номер телефона. Да, данная женщина может. Давайте, дайте мне контакты, я с коллегами отработаю. Да. И мы обязательно отправим номер телефона, уважаемые телезрители. Спасибо за обращение. Звоните к нам еще. И вопрос по поводу, как начать свое дело вообще в Шымкенте, если обратиться к вам. Да, начнем с этого, да, я до этого озвучивал. На самом деле, на сегодняшний день существует очень много программ поддержек и государственные, и местные. У каждого второго человека, я думаю, в голове есть идея начать свой бизнес. Потому что для этого сейчас мы, смотря на общество, да, люди занимаются, имеют доходы, но тем не менее мы сами не знаем, с чего начать. А для этого мы специально создали недавно, 2 года назад, центр для обслуживания предпринимателей, граждан. То есть мы его назвали «Правительство для бизнеса», оно называется, и оно находится по улице Ерембетова. 304Г, бизнес-центр «Зангар». На первом этаже сидят наши консультанты, все люди компетентные, которые владеют условиями госпрограмм, также условиями финансирования. Вот я вот официально хочу озвучить, что каждый житель, каждый гражданин имеет полное право пройти консультацию, спросить, то есть детали, требования всех госпрограмм. Но мы всегда должны понимать одну вещь. Перед тем, чтобы получать займы или же участвовать в рамках госпрограмм, соответственно, у каждой программы есть свои требования и обязательства. То есть многие граждане думают в одностороннем порядке получить кредиты и все. Да? Но извините меня, мы когда получаем кредит, мы же ставим залоги своей недвижимости, и тем самым мы будем ответственны ее обратной возвратности этих же средств. Вот в данном фронт-офисе у нас оказываются услуги по консультации всех госпрограмм. Также, если человек в голове имеет какую-то идею, но не имеет финансовую модель, мы поможем там же составить бизнес-план, посчитать, то есть насколько целесообразно и рентабельно данный бизнес. И можем же третьим же самым шагом его же привязать к инструменту финансирования, то, что я озвучил. То есть помочь могут? Ну, вот смотрите, здесь одно очень интересное сообщение пришло по выдаче вот этих вот грантов на различные проекты. Смотрят ли на историю кредит? Неси тарифный край. Вот. Ну, вкратце я по условиям гранта тоже расскажу. Во-первых, гранты выдаются у нас в рамках госпрограммы. Это дорожная карта бизнеса была. Сейчас его переименовали как национальный проект развития предпринимательства до 2025 года. И кроме этого, гранты выдаются для инновационных проектов. Мы должны учесть. Да, ежегодно много человек интересуется данной программой, потому что деньги выдаются безвозмездно, безвозвратно. Но тем не менее, за вот этими средствами государство отслеживает, насколько она эффективно реализуется. То есть каждый год, соответственно, по периоду отчетности проверяет специальная комиссия, также и правоохранительные органы проверяют. Вот, элементарно органы прокуратуры тоже мониторят, насколько целесообразно осваиваются эти средства. Но хочется отметить, данный грант выдается у нас, то есть по итогам рассмотрения решения комиссии, это у нас коллегиальное решение. То есть с этого года данный проект как осуществляется? Во-первых, это раньше все документы, заявки принимались наручно. А сейчас ее более автоматизировали. Каждый гражданин, который считает себя соответственным участником этой программы, может подать свою заявку электронно же через свой ЕЦП-ключ. И там же он все обеспечивает, прикрепляет все свои документы. А там же сама программа, она интегрирована с налоговыми данными. Если человек имеет какие-то задолженности перед государством по налогам, соответственно, он не проходит. То есть тут абсолютно нет человеческого ресурса.
Коррупционный риск исключен. Да, это идеально подходит для того, чтобы многие до этого жаловались, что там существуют человеческие факторы. Пропускают своих. Да, кто-то пропускает своих, кто-то смотрит на его красивые глаза и так далее. Ну, к сожалению, да, после выслушав такие обвинения, конечно, и нам неприятно, понимаете? И потом много обсуждается вопрос, что там имеются какие-то предположения, своих продвигают и так далее. Но для этого специально создается комиссия, ежегодно она обновляется. Из старого состава абсолютно никого не оставляем. Тут принимается решение коллегиально. То есть наша задача как управление, как уполномоченный орган, мы собираем все заявки и предоставляем на рассмотрение комиссии. А дальше, как комиссия решает, мы же оповещаем людей. Человек прошел или не прошел. Единственное, есть правила программы, кто сколько баллов набирает, и мы, соответственно, это передаем для участников. А иначе, то есть наша как бы компетенция по отбору там абсолютно не существует. Вот я хотел вот это, пользуясь случаем, официально заявить, потому что, да, многих этот вопрос интересует, и с каждым годом она как бы имеет свою актуализацию. Да, и ваше управление не только работает над тем, кто начинает свой бизнес, то есть, ну и продвигает его, но и должны развивать предпринимательство. Да, естественно. И президент говорит, и Аким тоже говорит, чтобы сделать благоприятность именно город, чтобы стал благоприятным для бизнеса. Вот, что для этого сделано у вас? Какие у вас есть достижения? Ну, на самом деле, да. Город, как получив статус мегаполиса, мы все замечаем, да, вот как жители нашего города, то есть тенденция развития бизнеса очень масштабно идет. Многие инвестора интересуются нашим городом, хотят построить что-то из производства, какие-то услуги. Ну, соответственно, да, то есть потребность порождает у нас предложение. А для этого, то есть сейчас после вот пандемии, многие госпрограммы тоже пересмотрелись, как бы условия пересматриваются. И, кроме того, для реализации бизнеса у нас ежегодно выделяются огромные средства. Да. Это то есть на кредитование, на субсидирование. Если как бы физлицо подходите к банку и получаете потребительский кредит, она вам обойдется около, там, условно скажем, ставка свыше 20%. Так, для бизнеса она не более 6%. То есть если банк вам утверждает проект около там, 15 или 20% ежегодно самый платеж, а за счет госпрограммы вы можете субсидировать свою процентную ставку. То есть не более 6% вы будете оплачивать за свой полученный кредит. Это тоже, я думаю, для бизнеса очень хорошие условия. И, соответственно, у нас очень много крупных предприятий, они вот участвуют в рамках госпрограмм. Соответственно, от них тоже есть требования, чтобы они создавали дополнительные рабочие места, платили налоги. Да? Но, тем не менее, я вам хочу отметить, ежегодно огромные средства выделяются для реализации этих программ. То есть это экономика простых вещей, дорожная карта бизнеса и так далее. Вообще польза есть от этого? Естественно. Сейчас, на сегодняшний день, я вам хоть, давайте цифру озвучу. Да, в рамках данной программы вот, 1800 человек в городе предприниматели получают помощь в рамках данной программы. То есть получают субсидию. Если у него же не хватает залогов, то есть берут инструменты гарантирования. То есть данная программа, она очень уникальна для тех, кто уже прошел период стартапа и дальше становится и развивается. Она уникальна для них. То есть у человека есть точные доходы, у него уже в голове есть своя математика, и, соответственно, он может, рискуя, участвовать в рамках данной программы. Понятно. Был несен алғаннан кейін, жұмысын жүргізе алмай қалған жағдайлар кездесе ма, ондай жағдайда не болады? Әрине, әрбір несенің өзінің сұрауы бар, себебі ол несенің қаражаты да жаңағы айтып жатқан көмектің барлығы, оның пайызын төмендету оған гарантия. Бұл сізбен біздің қарапайым азаматтардың салық есебінен болып отқан мемлекеттік қаржы. Сол себепті бұл қаржыны алып отқан әрбір кәсіпкердің өзінің жауапкершілігін сезіне отырып алады. Иә, кейбір жағдайлар кездесіп жатады. Ол мысалы, мен мына бизнесті, су шығаратын бизнесті жасаймын дейді, таны су шығармайды, ол басқа зат шығарып кетуі мүмкін. Демек, бұның не целевой использование болуы мүмкін. Ол пәлем адамға жұмыс орнын құрып берем дейді. Ол орын ашамай істемей қоюы мүмкін, немесе салық төлемей қоюы мүмкін. Ондай жағдайда оның жаңағы пайызының мөлшерлемесін түсіру басқа деген мемлекет тарапынан жасалып отқан жағдайдың бәрі алып тасталады. Сәйкесінше, егер де ол өзінің несиесін қайтарып төлей алмай қалатын болса, әрине ол әшінен әшін барып несиені алмайды, ол өзінің барып жеке мүлкін кепілзат ретінде үйін қоюы мүмкін, заводын қоюы мүмкін. Сол себепті бұл жерде жауапкершілік үлкен. Оны әрбір кәсіпкер сезінеді. Бұндай жағдай бізде кездесе ма? Енді арасында бар, әрине ол жалпы көпшілік қоғам болғаннан кейін бар, ондай жағдайлар кездеседі. Бұл жерде шешімді банктің алдындағы кепілзаты әрбір азамат үшін, мен ойлаймын, үлкен құндылыққа ие.
Сұрақ келген екен, сәлеметсіз бе, Береке Мырза, еңбегіңізге ризамыз. Мен ойыншық жасап шығаруға мемлекеттік грант жеңіп алу үшін қайда кімге жолығу керекпін және ол үшін төмен пайызбен несие алу мүмкін бе? Әрине, сауалыңызға рахмет. Өте маңызды идеялардың бірлігі, себебі көптеген азаматтар жаңа айтып өттім ғой. Әкімдікке келіп, міндетті түрде біздің азаматтарды күтіп кеңес алу үшін көп очередьте тұрады. Сол себепті біздің тәжірибемізде, практикамызда біз арнайы фронт офис аштық. Яғни кез келген азамат ол ашық тұратын қол жетімді мекеме келіп, қандай көмек ала аламын, қандай жағдайлар жасалған деген сауалдарына жауап беретін мекеме. Сол себепті мен бірінші кеңесті сол жерге барып, толық ақпаратты алу үшін ол кісіге сілтеме беретін едім. Жаңа бизнеске арналған үкімет Шымкент Инвест деген мекемеміз бар, мына Ерімбетов көшесінің бойында. Екінші, жаңа сіздің идеяңыз енді грант мәселесі бойынша қозғап отыр ғой. Енді шын мәнісінде атап өтейін, сіз құқылысыз грантқа, конкурсқа қатысуға, сіздің құжаттарыңыз тапсырып, бірақ шешімді сіздің бизнес идеяңыздың қаншалықты инновациялық тұрғыда екенін мен білмеймін. Яғни бұл жерде комиссия қарайды. Егер комиссия мақұлдап қолдаса, әрине мүмкіндік бар. Егер де сіз ол грантты ала алмаған жағдайда, екінші мен айтып өткен жаңа 1%-дық несие, ол да қол жетімді. Енді инвесторға тоқталайықшы, қаншалықты деңгейде инвестор тартып жатсыздар? Енді қаланың инвесторлары қандай жағына қызығып келеді? Енді қаланың инвестициялық ахуалы шүкір, бүгінгі таңда енді осы қала мегаполис атанғалы бері қаламызға 195 миллиард теңге инвестиция тартылатын тұғын алғашқы 2019-20 жылдары. Қазіргі таңда былтырғы жылдың қорытындысымен қалаға 462 миллиард ақша тартылды. Ол жеке кәсіпкердің есебінен. Ал енді биылғы жылы біздің жоспарымыз 600 миллиард инвестиция тарту. Яғни жыл сайын артып келе жатыр. Оған әрине инвестордың қызығушылығын арттыру үшін, қолайлы жағдай жасау үшін мемлекет тарапынан да тиісінше жағдайлар жасалып жатыр. Әрбір инвестордың сізді ол жер алу керек, оған су, свет, газ келу керек, канализация керек, жол керек деген сияқты. Бұл инфрақұрылымдық жағынан да қазір біздің әкімдіктің тарапынан барлық жағдайлар, мүмкіндіктер қаралып жатыр. Сәйкесінше бұл инвесторлар тарапынан үлкен қызығушылық артуда. Енді негізгі қызығушылық артып жатқан бағыттардың бірі, өзіңіз білесіз, бұрын соңды қаламызда бұндай масштабты, бұндай деңгейде мынау жеке коммерциялық үйлердің салынуы ондай емес тұғын. Тек қана халқымыз, барлығымыз жаңағы мемлекет тарапынан салынатын үйлердің кезегін күтіп отыратын едік. Әзіргі таңда мынау жеке инвесторлардың есебінен көптеген үйлер салынып жатыр, жаңа микрорайондар жаңғырып жатыр. Бұдан бөлек мынау өндіріс өнеркәсіп саласында біздің мынау қаламызда негізгі 4 біздің өндірістік алаңымыз бар. Жаңа индустриалды аймақтарымыз бар, көлік логистикалық аймағымыз бар, арнайы экономикалық аймағымыз бар. Бүгінгі таңда жалпы 4-еуінің жерінің көлемін алатын болсақ, бүгінгі таңда 750 гектар жер өндірістік алаңымыз бар. Бүгінгі таңда ол жерде 200-ден астам кәсіпорын жұмыс жасап жатыр. Сондықтан да біздің қаламыздың осы бір инвестициялық тартымдылығы ұлғайған сайын ол жерлердің бәрі бүгінгі таңда 90%-ден асып игеріліп қойды. Енді мәселен, не істейміз алдағы жылдарда деген туындады. Осы бағытта былтырғы жылы қала әкімінің бастамасымен, тапсырмасымен жаңа аймақтарды құру бойынша бізге тапсырма берілді. Біз қазір сол 4 бар аймағымызға тағы да және 4 аймақ құрып бастадық. Яғни мен үнемі айтып жүретінім, Жұлдыз индустриалды аймағы 306 гектар жерге жаңа аймақ құрылып жатыр қазір. Бұл жерге бүгінгі таңда 15-ке жуық кәсіпорын өзінің жобасын ұсынып, қазір құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Және де екінші мынау Бозарық, бізде агроөнеркәсіптік индустриалды аймағы, ол жерде тамақ өнімдерін, азық түліктерді қайта терең өңдеу жобаларына арнайы алаң дайындадық. Мен де Шымкент қаласы, біз енді ауыл шаруашылық қаласы емеспіз, бірақ қаламыздың айналасында Түркістан облысы, Жамбыл облысы, аграрлық қатты дамыған өңірлер бар. Солардың өнімдерін біз тереңірек өңдеп, содан дайын затты өнімдер шығарайық. Өзіміздің осы қаланың тұтынушыларына немесе арқырата экспортқа шығаруға осындай басымдық беріп отыр. Сондай ақ мынау арнайы экономикалық аймағымыз өзі 200 гектар еді. Бүгінгі таңда ол жерінде жері толық игерді. Өздеріңіз білесіздер, біздің арнайы экономикалық аймақтың бірден бір ерекшелігі біздің Қазақстан бойынша осы арнайы экономикалық аймақтардың біздің аймаққа берілген негізгі басымдылығы бұл жеңіл өнеркәсіпті, текстильді дамыту. Себебі өздеріңіз білесіздер, мынау өзіміздің оңтүстік өңірде мақта егіп өндіреміз, соны терең өңдеп жіп шығарамыз, ары қарата мата шығарамыз деген сияқты. Сол бағытта қазір бірқатар кәсіпорындарымыз бар сол жерде іске асып жатқан. Мысалға бір ғана мысал, қарапайым бүкіл Қазақстанда кілем шығарып жатқан елдің бәрі танитын Балтекстиль компаниясы бар. Мысалға үлкен Әлем БТ компаниясы бар, мысалы нәски шығарады. Онда көп ондай жобаларымыз. Енді ол қаңтар оқиғасы инвесторлардың келуіне кішкене әсер еткен жоқ па? Енді қаңтар оқиғасы инвесторларға мен ойлаймын әсері жоқ. Себебі енді қазір геосаяси жағдайды да көріп отырсыздар ғой, жалпы әлемдегі. Біздің енді Аллаға шүкір Қазақстанымызда, елімізде тұрақтылық бар. Бұрынғы қандай
көмек жасалды, қолдау жасалды, соның барлығы сақталып, жасалып жатыр арғарата. Мен ойлаймын, бұл қазіргі мынау өтпелі кезең біздің нарықта жаңа мүмкіндіктерді ашуға қазіргі таңда қолайлы жасалып жатыр. Себебі қазір Ресейдегі жағдай, Қытайдағы жағдай, Ақштағы жағдайдың бәрін қарасақ, біздің Қазақстанның орналасуы транзиттік территорияда орналасқанбыз. Мысалы, бұрын соңда шетелден алып жүрген заттарды өзімізді шығарайық деген мемлекет басшысының тапсырмасы болды. Неге біз шетелден алып біреуге жаңағыдай не байланыс болып қалуымыз керек? Қайта терең өңдеу, өзіміздегі шығарылатын өнімдерді пайдалану мәселесіне үлкен мән беріп жатыр. Түсінікті. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях руководитель управления предпринимательства Береке Дусюбеков. Если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию, мы обязательно на все постараемся ответить. 21-44-50, звоните к нам в студию, мы в прямом эфире. Береке, скажите, пожалуйста, раз вы уже заговорили о глобальном, да, вот что вы делаете, и президент тоже говорит, чтобы отказаться от импортозависимости, да? Какую работу проводите? И вообще наши товаропроизводители, местные, да, шымкентские, есть ли какие-нибудь крупные, которые обеспечивают не только Казахстан и Шымкент, да, но и за пределы уходят? Да, в целом вопрос понятен, конечно же. То есть на уровне, у нас на государственном уровне сейчас четкая задача поставлена именно главой государства, чтобы вот и местная власть акцентировала на импортозамещении. Да. То есть сегодняшний день мы... Что мы производим? Да, мы производим, вот в Чимкенте сейчас функционирует около 750 предприятий именно в обрабатываемой промышленности. То есть там же легкая промышленность, там же металлы, там же и пищевая промышленность. То есть около 15 отраслей у нас функционирует. И сегодня мы видим такую тенденцию. Раньше мы как... На прилавках, магазинах, когда элементарно покупали продукты, мы акцентировали на более зарубежные. То есть мы смотрели, почему бы не купить вот, украинскую, допустим, молочно-товарные изделия, да, а также и российские. А сейчас уже тенденция у людей поменялась. Мы потому что знаем, то, что у нас вокруг города и также в городе есть Шымкент, Сетка и так далее, и так далее. Да? Почему бы нам не покупать свои свежие товары? Вот рядом находится у нас Бөрте, Милка, условно говоря. Также, почему бы мы должны покупать иностранные ковры или же иностранные текстильные изделия, когда же у нас мы имеем свой завод, где это предприятие по полной программе получает от государства все льготы и преференции. А качество? Соответственно, качество, конечно, оно приходит со временем, но сейчас, то есть у любого бизнеса, то есть у них по логике ценообразование же получается от сырья, от качества же. И, соответственно, сейчас это рынок большой, а люди должны стремиться к конкурентной среде. Вот к этому вопросу, чтобы не уходить далеко от темы, мы вчера были в Туркестане. И прошли на базар и посмотрели, сколько стоит, к примеру, одежда для первоклассника. И там продавцы говорят, вот, мол, одежда из Бишкека, там, к примеру, бантик стоит 500 тенге, а наши производители продают свои бантик продают по 700 тенге. То есть, естественно, те качества еще и хуже. Вот, но почему-то в преимуществе, вот как с этим налаживается вообще ситуация? Ну, в целом, хочу отметить то, что все производители, конечно, они же анализируют рынок. Да, согласен с мнением то, что у нас завозятся и импортные товары, это из Бишкека, да, из Киргизстана, из Узбекистана, особенно вот мужские или же детские вот костюмы и так далее, да. Есть моменты, когда нелегальным путем проходят, да, соответственно, у них ценообразование не такая дорогая, и они больше там проходят на рынке. Но мы не зависим от них? Ну, в целом мы не зависимы. Мы сами себе можем шить. Ну, извиняюсь, конечно же, если будет, не дай бог, случай, когда у нас перекроют все границы, когда у нас будет уже безвыходная ситуация, чем мы будем питаться и в что же мы будем одеваться? То есть мы об этом тоже должны думать. И, соответственно, для этого и должны создаваться все условия. Теперь вот. По поводу условий. Опять-таки, в сравнении, да? Вот, например, вчера у Мирзак Естай Шукеев, аким Туркестанской области, он встречался с предпринимателями региона, да? И там мужчина, тоже предприниматель, говорит, что индустриальная зона, там у них не соответствует всем условиям, им очень сложно элементарно наладить вопрос логистики. То есть они говорят, мы товар производим, его нужно доставить на железную дорогу, а железной дороги нету, к примеру. Но она, на нее деньги потратили, этого нет. У нас как ситуация? Есть ли такие жалобы, есть ли такие проблемы?
Ну, на самом деле, да, по поводу коллег ничего не могу сказать. Но, ну да, это менее, я в пример. Да, тем не менее, конечно, при любом бизнесе мы должны учитывать все инфраструктурные возможности. Если человек не имеет нужную инфраструктуру, соответственно, у него и себестоимость будет дорожать. И, соответственно, по логистике тоже, да, вопрос очень актуальный. Когда на территории индустриальной зоны или же специально экономических зон нету железной дороги, условно говоря, а как же человек будет поставлять свое сырье или же отправлять свои товары куда-то? То есть она все зависит, конечно, в калькуляции себестоимости товара. А у нас на сегодняшний день на всех площадках имеются железные дороги, вода, электричество и так далее. Но мы, то, что я акцентировал, на сегодня имея 3-4 площадки по городу, это промышленные площадки, да, это, считая наши индустриальные и специальные экономические зоны, мы сейчас акцентируем на расширение этих площадок. То есть на основе 4 действующих площадок мы сейчас поставили четкую задачу, то есть Аким нам поручил создать новые площадки. То есть первый акцент идет у нас новая индустриальная зона Жулдыз, также есть вот агроиндустриальная зона. И, соответственно, мы расширяем и территорию специальной экономической зоны. И, соответственно, при создавании мы же, естественно, акцентируем на инфраструктуру, чтобы там была и железная дорога, чтобы там и хватило электричества и так далее. И, соответственно, то есть много зависит от тарифов и условий. И я думаю, при такой же возможности, то есть каждый бизнесмен уже, он же имеет свою калькуляцию, он должен посчитать. Чтобы не затрачиваться на логистику, условно говоря, они могут локализоваться иначе в других площадках. Ну, давайте просто хотя бы перечислим, что Шымкент выпускает. Первое. Очень много. Вот по нашим площадкам, по нашим площадкам пройтись. Вот первое, возьмем нашу специальную экономическую зону, да? Да. Вот. Какие у нас популярные предприятия? Там же вот мы имеем Балтикстиль, да? Вот ковры. Это, то есть, такой самый масштабный, единственный в Казахстане. Носки. Носки, вот Алембт. Также вот Шымкент Кашмир, там есть кашмирные изделия. Вот, потом дальше у нас Азала текстиль, где мы производим пряжу. Дальше еще у нас находится Назар текстиль. Также вот недавно запустили предприятие Сагитекс, где производятся вот майки, да, то есть текстильного производства. Еще у нас есть предприятия, которые производят, дополнительно приходят, что тоже хотят производить носки. И, соответственно, мы сейчас вот синтепоны производим. То есть по приоритетным видам деятельности нашей площадки. Ну и строительные материалы какие-то тоже производят. А вот перейдем теперь на индустриальные зоны. Вот. Дальше перейти в индустриальную зону Оңтүстік. Там очень много предприятий, где производят строительные материалы. Вот. Есть Бескудықтас, мы знаем, Арт Курлос. Также есть вот... У нас Еврокристалл компания. Что вот. Они производят? Еврокристалл, у нас вот эти все стеклянные тары для, то есть. Я помню, недавно была новость, по-моему, да. У вас, что банки. Алюминиевые банки, алюминиевые. Теперь вот я как раз таки хочу перейти на эту тему. Данное предприятие, то есть до сегодняшнего дня производили стеклянную тару, а сейчас вопрос возник о запуске нового предприятия именно алюминиевых банок, потому что так посмотрели рынок. На сегодняшний день в странах СНГ нигде не производятся алюминиевые банки. То есть потребность очень огромная. Да? И данное предприятие рискнули и начали вот это дело. То есть от имени государства мы им предоставили площадку для реализации данного проекта. Также мы им же помогли по субсидированию процентной ставки, обеспечили инфраструктурой. И, соответственно, они сейчас, пользуясь всеми вот этими инструментами, вот недавно... В пилотном режиме запустились. Так. Вот. Я недавно посетил предприятие, посмотрел. Там вот эти все банки, которые мы потребляем на лавках у нас в магазинах, элементарно это я видел вот Горилла, кстати, банки Гориллы, а также соседи вот из Киргизстана, все заказывают им же. У нас? Да, представляете, какой объем. У них мощность, если я не ошибаюсь, 500 миллионов в год штук выпускают. Это... Они давно у нас? Нет. Они же недавно запустились. Недавно. И это самое такое показательное предприятие. Вот, хочу их как раз таки поблагодарить. Почему? Потому что за год они успели это все запустить. Но вы им уже рекламу сделали. Да, на самом деле, да. И хочется это отметить. Хорошо, классно. Теперь по продовольственным товарам. Ну, по продовольственным товарам у нас вот... Молоко. Молоко производим, наши. Да, вот Мадина, Корона есть у нас, вот Рахат, Шымкент. Нет, вы не предприятие, а что производят? Ну, у нас кондитерские изделия, вот макаронные изделия производятся, а также у нас вот выпускают, вот Пионер есть. Теперь вот следующий вопрос. Вот все, что вы это перечислили, это потребляет, например, весь Казахстан или только мы?
Не понимаете, это рынок, опять-таки. Надо ссылаться на рынок, то есть где какая потребность, и, соответственно, уже предприниматель, бизнесмен... Ну, экспорт есть. Акцентирует, да. То есть мы не можем же запретить экспорту или же только продавать на внутреннем рынке, да? То есть по желанию бизнесмена или же по потребности они уже более-менее сориентированы на это. А иначе, то есть мы сейчас тоже анализируем. На самом деле сейчас в городе Шымкент, вот по коврам элементарно я хочу привести пример, я считаю, у каждого второго, третьего жителя у нас у всех есть ковры Балтикстиль. Да? И все вот покупаем, если мы хотим водички выпить, вот Тассай, да, без газа, минеральная вода. Она, кстати, и у нас производится. И, соответственно, таких продуктов очень много. И есть идея... Президент пьет? Ну, это вне зависимости, то есть, опять-таки, мы же все потребители. Если она соответствует, цена соответствует качеству, мы готовы приобрести. И мы всегда говорим бизнесменам, то есть, чтобы они соответствовали качествам и ценовой. А скажите, пожалуйста, вот эти вот все предприятия, это все местные, они сами, кто проекты эти придумал, они все местные или приезжие? Это уже вопрос предприимчивости в нашей жизни. Естественно, да. То есть никто никому не запрещает как бы в партнерстве с кем-то иметь общий бизнес. Допустим, у нас есть и многие предприятия, где имеют партнеры иностранных своих партнеров, да? А, где они получают у них технологии. И, соответственно, они же по условиям их реализуют проекты, и, соответственно, она у нас уже на уровне выходит. Допустим, то, что мы акцентировали, говорили про алюминиевые банки, там вся технология американская, понимаете? Вот вы ездили недавно в Российскую Федерацию, в Санкт-Петербург. Да, Екатеринбург. Екатеринбург, да. Да. Что вы там представили и какая польза от этого? Вот мы из города представляли более 10 компаний, то есть именно фармацевтического кластера. Все вот эти компании, которые я озвучил, кстати, многие из них там же участвовали. Вот Стандарт Цемент у нас был по строительным материалам, Экофарм был. Мы, кстати, вот Экофарм тоже хочу озвучить. Это такое очень существенное предприятие, когда во время пандемии, на самом деле, вот, в городе очень было сложно по выпуску масков защитных и так далее. Вот как раз-таки вот эти все компании выставили свои продукции, презентовали. Вот то, что я говорил, вот этот Еврокристалл, Казалпа, который производит стеклянные тары и алюминиевые, они все презентовались там. И, соответственно, они вот, кто производит вот обуви, кстати, Люкс Шуз у нас на территории специальной экономической зоны, они презентовали свои обуви. И еще вот презентовали носки, которые производят. Ну, заинтересовались? Естественно. Там же они находили партнеров, вот коллеги из Таджикистана, из других городов Российской Федерации тоже интересовались. И хотят, то есть рынок сбыта опять-таки направить к себе. Потому что сейчас многие были зависимы от китайской продукции, а казахстанская продукция имеет, то есть, альтернативную замену по цене и по качеству. Понятно. И последний вопрос. У нас в прошлом году или в этом году, когда проходил форум предпринимателей крупных, которые говорили, что будут учить, будут обучать, YPO. YPO, да. И... Ну, в целом, прошлогодний опыт, да, данный форум проходил у нас в городе только в масштабном формате, да, на самом деле, после пандемии таких больших мероприятий очень это самое, сократилось, и это единственное было, да, и хочу отметить то, что данное мероприятие проходило и по поддержке вот наших местных предпринимателей, вот, одна компания у нас вышла с идеей, вот как раз таки компания Asia Traf, Alagame, он же является членом этого YPO, то есть организация, она является, то есть создана с участием всех бизнесменов. Да. Они как раз-таки пригласили своих коллег и помогли финансово, то, что там их встретить и разместить. Но данный форум, конечно, был такой масштабный, обсуждалось очень много кейсов в разных отраслях. И, соответственно, все бизнесмены получили, я думаю, полезную информацию. Мы также туда же пригласили и центральные госорганы, какие же меры государства. Там же был Казах Туризм, то есть Министерство туризма, они присутствовали, цифровизация. И также вот по туризму тоже презентовали много инструментов. Соответственно, сейчас на самом деле от государства имеется очень много инструментов. Единственное, кто пожелал эти же инструменты применить в своем бизнесе. Спасибо.
бізге берілген уақытта мәресіне жетіп қалған екен, соңғы сұрақ болсын. Ал кәсіпкерлерді қолдау бағдарламаларына белгілі бір уақыт бар ма? Қатысу үшін бағдар жаңа құжат өткізу үшін қай кездерде басталады, немесе кез келген уақытта бара беруге бола ма? Әрине, шектеу жоқ. Бұл жердегі біздің мемлекеттік бағдарламаларымыздың барлығына жыл сайын жоспарлаған кезде біз оның тиісінше қаражатын қарастырамыз. Себебі қазір елдің бәріне жариялап алып, мынаған бағдарламаға қатысыңыздар, келіңіздер деп ертең беретін қаражатымыз болмай қалса, әрине ол дұрыс емес. Сол себепті біз жыл сайын өзімізге нақты бір жоспар қоямыз. Сәйкесінше жылдың басынан бастап, жылдың соңына дейін кез келген азамат ол бағдарламада қатысып, өзінің қолдауын ала алады. Ал бір жылда адамдарға саны шектеулі болады ғой, қанша адамға грант беретіндігі жайлы? Оны міне енді гранттың мәселесіне келетін болсақ, шын мәнісінде енді гранттың ақшасы жаңа айтқандағыдай бізде шектеусіз емес қой. Оның да сұрамы бар, оның да несі бар. Ол гранттың өзі кез келген уақытта емес, ол жылына бір рет, екі рет болады. Мезгілі шектеулі. Оны біз ресми біздің сайттарда, газеттерде, телеарналарда хабарлап отырамыз. Азаматтар сол мерзімге үлгергендер жаңағы онлайн түрде өзінің өтінімін жолдап үлгерді, үлгермеген жағдайда келесісін күтеді. Онлайн қайда жолдайды? Қолдау кезет деген арнайы сайты бар, сол қолдау кезет арқылы қатысуға мүмкіндік бар. У нас времени осталось мало, но давайте примем телефонный звонок. Саламатсыз. Тыңдап отырмыз, сіз сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам, айта беріңіз. Біз анау тікелей эфирде ғой, иә, айта беріңіз. Біз анау жеке кәсіптерін осы кісіне хабарласақ болады деген қалай? Қойыңыз, сұрақты қойыңыз. Сіз қабылдауында болғыңыз келе ма? Иә, онда мен хабарлап өтейін. Рахмет сіздің мынау қызығушылығыңызды көріп отырмын. Бізде әр апта сайын сәрсенбі және бейсенбі жұма күні қабылдау өтіп отырады. Мен өзім жұма күні қабылдаймын, сәрсенбі мен бейсенбі күні орынбасарларым қабылдайды. Егер де сіз жеке қабылдауға жазылам десеңіз, 24-74-31 нөміріне хабарлассаңыз болады. Сол жерден біз сізді тіркеп, жеке мен кездесуіме сізбен мәселеңізді талқылауға дайынмын. У нас есть 3 минуты, давайте последний телефонный звонок. Все. Өшіп кеткен екен. 24-74-31 дейміз, иә? 24-74-31 телефон номеріне қоңырау шалып, осы басқарма мамандарының қабылдауына жазылуларыңызға болады, барып кеңес алуға болады. Әрине, әрине, әрине. 24-74-31 қайталап айтам, құрметті көрермен, есте сақтағайсыздар. Немесе жаңағы мен екінші инструментті айттым, біздің мынау бизнеске арналған үкіметіміз бар. Сол жерде кез келген уақытта кез келген азамат барып, өзі консультациясын, кеңесін ала алады. Уважаемые телезрители, 24-74-31, звоните по этому номеру, и вы получите ответы на все вопросы. Тыңдайық. Да, последний телефон. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, допустим, у меня сейчас там бухгалтер экономист по профессии, но сейчас эта профессия не востребована. Хотел я переквалифицироваться на асфальтщика, есть ли курс ускоренный? Как переквалифицироваться? Да, переквалифицироваться хотел. Ну, давайте я как полезную информацию сообщу. Да, это совершенно верно, и это возможно. То есть у нас коллеги управления занятости и социальных программ, там же есть курсы, где обучаются наши специалисты, они переобразовываются, то есть есть краткосрочные курсы. Соответственно, это возможно. Если вы хотите овладеть новыми навыками, новой профессией, это возможно. Это у нас управление социальной программ и занятости. Рахмет. Я біздің уақытымыз мәресіне жетті, сөз соңында айтамыз болса, қысқа нұсқа. Жалпы енді бүгінгі мына эфирді пайдаланып, көрермендерге айтатын қысқаша ақпаратымыз осы. Әрине, біздің саламыз өте ауқымды. Себебі әрбір өнеркәсіптің ішіне кіре беретін болсақ, айтатын әңгімеміз жеткілікті. Дегенмен де мына эфирдің қысқа уақытын пайдаланып, мен құрметті Шымкент қаласының көрермендері, тұрғындары, кез келген ойыңызда жүрген бастамаңыз, идеяңыз болған болса, әрине оны іске асыруға толық мүмкіндік бар. Себебі қазіргі таңда мемлекеттік саясат та, әкімдік те, біз барлығымыз осыған жағдай жасау мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Ол үшін енді тек қана әкімдікке келіп, кезекте тұрып, адамдар күтіп отыру шарт емес. Мен жаңа айтып өткен аптасына бір күн қабылдап отырамыз азаматтарды жеке мәселемен. Немесе оны күтіп отырмай, мен қазір ертең баруым керек деген шаруа болатын болса, мен жаңа айтып өткен Ерімбетов көшесінде біздің бизнеске арналған үкімет деген орталығымыз бар. Сол жерде мамандарымыз сіздерге барлық осы мүмкіндіктер туралы толығыменен асықпай жеке дара түсіндіріп береді. Рахмет келгеніңізге, жұмыстарыңыздың тек қана сәттілік тілейміз. Уважаемые телезрители, время нашего эфира подошло к концу. У нас сегодня в гостях был руководитель управления предпринимательства Береке Дюсебеков.
Я бізде бүгін қонақта болған кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы Береке Дүйсенбек. Біз өздеріңізбен дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Да, и надо напомнить, Жанерке, что все повторы программы вы можете посмотреть на нашем официальном аккаунте на YouTube обязательно и в эфире телеканала «Утрар». И хороших вам выходных, ну а мы пошли отдыхать.